I just got it once time in Subway, so my friend is just like, oh, you're such a lucky. Видно Красную площадь. Сейчас там проходит мероприятие, концерт. Поэтому все перекрыто. Туда пускают по приглашениям. Ну, предварительным билетом. Там все это заранее согласовалось. Это театрализованное представление, которые репетировали несколько чего. Ну, что нам покажут? Посмотрим записи. Московский Кремль. А ты первый раз на праздник? Вечер сегодня, 9 мая. В ожидании совета, который будет 22 часа. Исторический музей Московский Кремль. Праздник 9 мая. Манежная площадь вот так выглядит. Много людей. Пришли так же, вот как и я, погулять, посмотреть салют, который будет. Ожидаем, что хороший салют будет. Дата очень знаменательная. Сегодня 70 лет победы. 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. В 1945-м она закончилась, а сегодня 2015 год. Так украшена Манежная площадь. Праздники на Манежной площади. Это мне в этот раз очень захотелось встретить этот день, очень знаменательный. И именно здесь захотелось встретить, отметить, посмотреть это событие в этом месте. На Манежной площади в городе Москве. Площадь многолюдная.
очень много людей. Ожидаем салюта. Здесь собралось на Манежной площади в праздник 9 мая. Да ты не попадаешь. Тверская улица. Огня. Это хоть ну что ли? Вообще темно. Москва. Ну да, много людей. Праздник сегодня, 9 мая. Такое многолюдие бывает только в праздник. Только в праздник. Манежной площади сегодня вечером. Ждем салют. Я говорю, Thank you.
салют на Красной площади. Праздничный салют. Но
2015 года. Очень рада, что увидела. Манежная площадь города Москвы, после салюта. Вот так выглядит Манежная площадь, Московский Кремль. Уважаемые граждане, Красная площадь закрыта, площадь работает только на выход. Манежная площадь города Москвы 9 мая. Вот так выглядит. Вот так выглядит Манежная площадь Московский Кремль 9 мая 2015 года. Еще раз Спасскую башню снимаю. Такая обновленная, красивая Красная площадь. Тоже выглядит красиво. Московский Кремль. Красная площадь работает только на выезд. Манежная площадь сегодня вечером. Такой сегодня замечательный вечер. Так тепло, хорошо. И день-то какой.